Привычный сценарий обмана вновь сработал в пользу аферистов. Жительнице Пензы позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что неизвестный пытается оформить на ее имя кредит. Чтобы предотвратить мошеннические действия, необходимо направить все денежные средства на так называемый резервный счет. Пензячка поверила незнакомцу и, следуя его указаниям, оформила в банке кредит на сумму более 700 тысяч рублей и почти всю сумму перевела на счет, который продиктовал лжесотрудник банка. После этого мужчина сказал, что необходимо оформить еще один кредит. Уже в другом банке женщина взяла еще один кредит и вновь перевела деньги аферистам. В третьей финансовой организации в оформлении очередного займа потерпевшей отказали. Специалисты поняли, что пензячка стала жертвой мошенников и рекомендовали обратиться в полицию. ОВД России по Пензенской области напоминает: опасно доверять незнакомцам. При общении с неизвестным человеком, кем бы он ни представился, необходимо быть бдительным. Перепроверяйте любую информацию, поступившую от незнакомых лиц. Ни в коем случае не перечисляйте деньги на неизвестные телефонные номера, банковские карты и электронные кошельки. Это во всех случаях мошенники. При малейших сомнениях обращайтесь в полицию. В общей сложности потерпевшая перевела неизвестным более 1 миллиона рублей. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к мошенничеству.